Всем привет! Я хочу вам показать, как подключить музыкальный центр или DVD-плеер или домашний кинотеатр к компьютеру или ноутбуку. Для этого приобретаете вот такой вот провод. Стоит он около 100 рублей. Это два тюльпана и мини-джек на одном конце. Значит, берем два тюльпана. Подключаем сзади музыкального центра, хоть DVD-плеера, есть функции AUX. Вот два гнезда AUX, это значит тюльпан подключаем красный к красному один, другой белый к белому. Все, подключили. Так, теперь берем мини-джек. Подключаем. Значит, подключаем к системному блоку. Значит, что будете подключать к ноутбуку или к системному блоку, штекер, значит, подключаете мини-джек, гнездо, которое на наушники выходит. Вот, подключили. Теперь берем, включаем музыкальный центр. Что в DVD-плеере, что в музыкальном центре, должно высветиться AUX. Все, AUX высветилось. Ну все, вы подключили, значит, музыкальный центр к компьютеру. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.